Если это произойдет и захватит его, то кто же пострадает больше всего? Вымышленный мирок в бездну укатится, как карточный домик вмиг развалится. Он ошибся со всей силой, когда увидел ее красивой. И еще раз ошибся со стороны, видать, женился и пору без оглядки бежать. Все, что им сделано, не от ума и души, развалится, оставляя лишь мелкие гроши. А на этих местах новые взойдут семена культурных растений от доброты зерна. Накопленное в гроб не заберет, расстанется, а грех по заповедям с кармой останется. Своими поколениями, не чужими, но он и на них положил черными днями своими. Вот и выходит, что так старался, всю свою жизнь ни с чем остался. Толку от прожитого никакого нет. Он согласен, а что сказать в ответ? Если это произойдет и захватит его, так кто же пострадает больше всего? Вымышленный мирок в бездну укатится, как карточный домик миг развалится.